Кредитные карты как лицензия надежности. Крупнейшие канадские банки стабильно выполняют транзакции с криптовалютой через кредитные карты. Клиенты банков могут покупать различные криптовалюты и проводить транзакции с использованием кредитных карт. Среди этих банков Royal Bank of Canada – второй в стране банк по величине активов, позволяющий использовать кредитные и дебетовые карты для транзакций с использованием криптовалюты. Национальный банк Канады – шестой по величине в стране кредитор, также работает с криптотранзакциями. Как заявляли официальные представители этих банков, они отдают себе отчет ввиду регуляторных и рисковых факторов, тем не менее продолжают работать с клиентами и виртуальной валютой.